Здравствуй, петушок! Снежный петушок живет у ребят из детского сада «Золотой петушок». Символ образовательного учреждения поселился здесь недавно. Воспитатели решили принять участие в городском конкурсе «Снежная крепость». Мы построили снежную крепость «Леденец», строили всем коллективам детского сада. При разработке проекта учитывали, что наш детский сад называется «Золотой петушок», и основное наше направление – физкультурно-оздоровительное. И в итоге у нас получилось такое вот снежное сооружение, горка, снежная крепость, лабиринт, петушок и солнышко. Это не только красиво, но и функционально. Здесь для детей организуют физические занятия и соревнования. 20 февраля воспитатели провели с малышами спортивную игру. Ребятам нужно было победить снежную королеву и спасти золотого петушка. Задача непростая – пролезть во все лазы крепости, преодолеть лабиринт, быстро спуститься с горы и метко бросить снежный комок. Мальчишки и девчонки очень старались и в честь своей победы спели песню. Радостный блеск глаз и улыбки не сходят с лиц ребят из другого детского сада – «Аленушка». Здесь воспитатели тоже построили для воспитанников снежную крепость, на которой теперь проводят увлекательные мероприятия. Например, спасают из рук злой бабы-яги девицу Аленушку. Приготовились! Можно? Ой, милый мой дружок! Ой, дружок! Ой, морозят, морозят моего друзей! Морозят! Аленушка призналась, быть спасенной детьми очень приятно. А главное, педагоги не зря старались и строили крепость. Малыши в восторге. Детский сад называется «Аленушка», и решили крепость тоже построить в виде Аленушки. Сделать такую яркую, красивую. Там есть препятствия, дети проходят, играют в крепости, там есть окошечки, проходят разные мероприятия, игры проводятся для детей. Крепость получилась действительно красивой. У нее милое лицо, красивые глаза и светлые волосы. Девчонкам такой дизайн очень нравится, и они наперебой рассказывают о своей героине. У меня есть колесничечки. У нее есть косички. Она очень крепкая. У нее светлая челочка. Малыши детских садов «Золотой петушок» и «Аленушка» – настоящие герои. Они победили зло и помогли спасти сказочных героев. И главное, замечательно провели время на свежем воздухе. Ведь у них есть прекрасное место для игр – снежная крепость. Екатерина Василенко, Артем Смирнов, Вологда Портал.